Всем привет! Если вы ищете самый простой рецепт пирога, то зашли по адресу. Список всех необходимых продуктов будет также размещен в описании к этому видео. Приступим! Снимаем цедру одного лимона. Это желтая часть кожуры. Четыре яйца взбиваем со стаканом сахара. Если миксер у вас не мощный, то лучше разделить желтки и белки и взбивать их по отдельности. Взбиваем около 5-6 минут. За это время сахар растворится, смесь посветлеет и станет немного гуще. Добавляем цедру лимона. Просеиваем 1 стакан муки и перемешиваем лопаткой. Лопаткой перемешиваем движениями снизу вверх, чтобы не нарушать пышность бисквита. Дно формы застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом и присыпаем мукой. Выливаем тесто. Немного разравниваем и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Готовность проверьте на сухую зубочистку. Даем пирогу постоять минут 5 и достаем из формы. Присыпаем сахарной пудрой. Осталось заварить чашечку чая и насладиться прекрасным пирогом. Пирог получается ароматный, с легким лимонным вкусом, воздушный. Обязательно попробуйте приготовить. Если рецепт понравился, будем вам благодарны за лайк. И не забудьте подписаться. Чтобы не пропустить остальные рецепты, нажимайте колокольчик. До встречи!